Беларусь обладает большим опытом в сфере сельского хозяйства и промышленности, поэтому это является ключевыми точками интереса для Пакистана, в том числе в части создания совместных предприятий на территории нашей страны. На текущем этапе Минский тракторный завод уже проводит переговоры с одной из пакистанских компаний по вопросу открытия сборочного производства в Пакистане. И на повестке дня также стоят ряд других подобных проектов. На сегодняшний день в Пакистане запланировано строительство 9 специальных экономических зон, 4 из которых находятся в высокой степени готовности. Эти зоны будут располагаться в рамках Пакистана-Китайского экономического коридора, поэтому эти зоны также могут представлять интерес для совместных проектов с белорусской стороной. Мы также обсуждали возможности двустороннего сотрудничества в сфере образования и культуры. Двусторонний торговый оборот в 2020 году составил 52 миллиона долларов, в то время как в 2021 77% рост. Но в то же время мы констатируем, что текущий товарооборот достаточно низкий, учитывая потенциал, экономический потенциал двух стран. Поэтому мы намерены приложить все усилия для повышения товарооборота в будущем. And our percentage of bilateral trade is still very small.